Ребят, привет! Сегодня у нас необычная модель от компании Ganza. Это модель Firebird F708. И что сразу бросается в глаза, это вот это вот здоровенное кольцо а-ля Bolster. И фиксируется все это дело лайнер-локом. В осевом узле видим шайба из терапласта, ну и сборка достаточно неплохая, то есть клин по центру, замок фиксирует. Давайте вблизи покажем, как он фиксирует. Ну, вполне все ровно, облегченные лайнеры, облегченные GTN, ну понятно, сколько уж веса добавляет вот это вот кольцо, как говорится, куда без этого. Шпинек под правую и левую руку, у основания насечки. Вот, собственно говоря, то место, куда упирается лайнер-лок. По форме. Что у нас тут? Спирпоинт, наверное, да? Имеется резкое по обуху. Снижение под углом, два шпенька, сначала возвышается, спуски по обуху, поперечный сатин, а вот верхняя часть с продольным сатином, даже немножко он переходит в полировку. Вот. Маркировка модели F708, сталь 440C, неплохо сведен, не толще 0,5 мм. За кольцо, кстати, удобно вот держать. Ну, вот, кстати, сразу, что бросается в глаза, не знаю, почему мне, вдруг там нож где-нибудь застрянет и там что-нибудь начнет уносить, как бы палец не потерять здесь. Ну, это так, лично мое ощущение. Я бы его вот так всегда держал, а вот так вот чисто крутил дома в безопасности. Что по параметрам? Общая длина 195 мм, клинок 75, по обуху четверка достаточно. Толстый, в сложенном 120 мм. И вес его 136 грамм. Такая самобытная модель. Вот шайбы, они, конечно, не подшипник, и приходится всегда вгружаться. Но зато более практичен. Всех благодарю за просмотр. Пока-пока.